Суровый Челябинск. Голый мужчина в цветочном магазине удивил прохожих. Эти кадры сделали жители поселка Новосинеглазово. Южноуралец в одних трусах идет по улице к цветочному магазину. Челябинцы уверяют, нагишом его видят не в первый раз. Возможно, он провинился перед возлюбленной и пошел покупать цветы. А возможно, так закалялся. Добавим, после того, как на него обратили внимание прохожие, мужчина скрылся.